построить прямоугольный треугольник по гипотенузе и катету. Анализ. Треугольник ABC прямоугольный. То есть нам вначале нужно будет провести перпендикуляр BC, произвольной прямой. Затем мы отложим катет B, а затем катет C. Итак, проведем произвольную прямую А. Отметим на этой прямой точку С. Через точку С, которая принадлежит прямой А, проведем перпендикуляр. Построим перпендикуляр. Для этого с помощью циркуля проведем окружность произвольного радиуса, которая пересечет прямую А в двух точках. Измерим расстояние между полученными точками. И окружность таким радиусом мы проведем с центром в этих точках. Первую окружность проводим и вторую. Эти две окружности пересеклись в какой-то точке. Соединим точку эту полученную с точкой С. Это мы построили перпендикуляр к прямой А через точку С. Затем измерим расстояние катета от С, длину катета от С. И из точки С проведем окружность с центром в точке С радиусом АС. Таким образом, мы получили точку пересечения окружностей прямой А, и это будет А. Измерим расстояние АБ. И проведем окружность с центром в точке А и радиусом АБ. Эта окружность пересекла перпендикуляр в точке B. Соединим точку А и точку B. Мы получили прямоугольный треугольник ABC. У него катет AC равен B. И гипотенуза АБ равна С. Опишем построение. Первое. Мы построили перпендикуляр к прямой А. Обозначим этот перпендикуляр, точку, которая здесь у нас была, обозначим D. CD перпендикулярно А. Второе. Мы провели окружность с центром в точке С и радиусом АС или радиусом Б. Третье. Проводили окружность с центром в точке А и радиусом АБ или С. Таким образом, мы построили треугольник ABC, и он прямоугольный. Доказательство. Перпендикуляр DC перпендикулярно А. Мы строили. Поэтому треугольник ABC прямоугольный.
у него угол АСБ 90 градусов по построению. АС катет равен Б по построению. И гипотенуза АБ равна С тоже по построению. Следовательно, треугольник АБС искомый прямоугольный треугольник. Мы с вами построили прямоугольный треугольник по катету и гипотенузе.